В общем-то, дорогие друзья, скажем так, такая своеобразная бонус-серия по хорошей якобы концовке метрошной, но не каноничной. Врагов надо истреблять. Согласен. Иначе они истребят нас. Он пришел истребить нас. Все умрут. Почему? Ответь. Чама не может отвечать, у него синдром Гордона Фримана. Забей. Он молчаливый как... камень. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. 20 секунд до завершения процедуры захвата цели. Боль, смерть, предотвратим, спаси. 10 секунд до завершения процедуры захвата цели. Ой, палец соскользнул. Мира. Мы хотим мира. Интересно, сколько эта штука стоила? Какой-то мудрец сказал: если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами. И я сумел остановить хотя бы одну войну. Тогда я не смог бы точно объяснить, почему я пощадил черных. Но понял. Мои кошмары, в которых я видел черных, были их попыткой связаться со мной. Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт, но я точно не буду последним. Теперь мы действуем вместе. И будущее, наше будущее, расстилается перед нами, как бесконечный тоннель метро. И, может быть, однажды мы заслужим свет в конце этого тоннеля. В общем-то, вот такая вот концовка. Позитивная, положительная, хорошая. Скажем так... Опять же, с вами был Юкис, он же Ice Dreamer. Всем спасибо за просмотр, как бы. Увидимся с вами уже непосредственно в Last Light весной. А то есть, начну я записывать Last Light с марта 2021 года. Поэтому, в общем-то, опять же, пусть у вас все будет Ice. Будьте хоть где-то, хоть в играх милосерднее по отношению хотя бы к игровым мутантикам и персонажам. В общем-то, но не забывайте, что быть слишком мягким в этом жизни, в этой жизни, все равно не стоит. В общем, всем спасибо, всем пока.